Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 22 декабря, четверг. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10. Днем плюс 3, плюс 8. В горах местами минус 2, плюс 3. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 7. Днем 4-6 градусов тепла. 17 декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите! Скоро Новый год, пора чудес и выгодных акций. Для каждого это время года приносит тепло и ощущение сказки. Осознанно или неосознанно, но все ждут подарки. Помогут сделать правильный и выгодный выбор в магазине бытовой техники и электроники «Черкеска-Поиск» на улице Ленина, 179. У них уже началась акция «Щедрая рассрочка». Альбина Ламкова расскажет подробнее. Когда много разного товара, это хорошо, но как сделать верный выбор? Здесь нужен хороший продавец-консультант. В магазине бытовой техники и электроники «Черкеска-Поиск» работают именно такие. Тут два этажа техники. Квалифицированные консультанты объяснят, покажут и расскажут, как правильно пользоваться своей будущей покупкой. А в преддверии праздника еще и выгодные новогодние предложения. Одно из них – акция «Щедрая рассрочка» без первоначального взноса процентов и страховки. Акция распространена на все группы товаров – телевизоры, ноутбуки, холодильники. Приходите, выбираете любую группу товаров – это холодильники, стиральные машинки, телевизоры, телефоны, ноутбуки. И если у вас есть паспорт с собой и желание, то можем оформить. Сотрудничаем с двумя банками – это ОТП и Совкомбанк, и тот банк предоставляет такую рассрочку. Также у нас есть новогодняя распродажа акции. На 80% товаров у нас идет скидки. Также у нас есть еще при покупке двух товаров можно получить третий товар в подарок. То есть главное условие можно уточнить у продавца. В магазине бытовой техники и электроники «Черкеска-Поиск» есть еще возможность оформить iPhone в рассрочку. Беспроцентный переплат. Приходите уже сегодня. Вас ждут по адресу город Черкесск, улица Ленина, 179. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия. Далее информационный эфир в 9:00 продолжит «Вести» на абазинском языке. Затем смотрите программы абазинской редакции. Оставайтесь с нами на канале «Россия». Кетчуп «Байсад». Мы не стремимся к экологичности, мы ее определяем. Кетчуп «Байсад» – проверено экологически чистый продукт. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Категория 0+. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 20 по 23 декабря. С 9 до 19 часов. В доме предпринимателя «Черкесск», улица Горького, 8.